Жители Филиппин эвакуируют из-за приближения тайфуна Ланда. По данным метеорологов, стихия достигнет провинцию Изабелла уже завтра или в понедельник. Эксперты опасаются, что в этот момент может появиться новый тайфун, несущий ветры, скорость которых превысит 200 км в час. Владельцам отелей, находящихся в прибрежных районах города Балер, власти рекомендовали предложить своим гостям переселиться. Там сейчас отдыхают не менее 2000 туристов. В регионе объявлен красный уровень штормового предупреждения.